во время режима повышенной готовности. 745-й, зайдите в это время. Да. Во время режима... Зайдите в автобус. Давайте выслушаем. Хорошо. Надо вас слушать. Губернатором Кемеровской области ограничено проведение массовых и других публичных мероприятий. Ваши мероприятия, тем более... Подождите, пускай скажет. Нарушением соблюдения масочного режима является незаконным. А на автобусных остановках стоять законно? Незаконным. Вот в данном случае вы нарушаете закон. Стоять вплотную на остановках законно? Вы меня услышали? Мы вас услышали. А 9 мая вы проводили в июне парад. Он был законный. Такая же пандемия была. Я требую, как представитель органов власти, его прекратить. Как сделать, чтобы это было законно? Развозите наших детей по школам. Пожалуйста. Сейчас нет. Встать, они не ничего не сказали. Я у вас не представитель. Не проконоровились. Не представитель власти, я назовите свою власть. Органов внутренних дел. Фамилию, имя, отчество. Скажите, как фамилию, имя, отчество. Объясните, как Тимохова Елена Александровна, подполковник полиции, сотрудник органов внутренних дел. Пускай выйдет сюда и объяснит по-мужски за свой поступок перед жителями Новокузнецка. Ответит нам на эти вопросы. И что собирается делать дальше со всем вот этим бардаком. По-другому это не назовешь. Ущемление прав жителей Новокузнецка. Разговаривай через полицию с людьми, со своими избирателями. Так нельзя. Это геноцид. Что придумали-то? Пускай ему на остановку надо к нам. Да лучше такой митинг, чем бардак в Новокузнецке будет. И вы также приедете разгонять его. Я митинг загорит. Еще я не знаю, куда едешь. Вы нарушаете федеральный закон 54-й о собрании митингов и демонстрации. Давайте наши права. А какие митинги? У нас вопросы. Кто сказал, что митинг? Здравствуйте, сайт ваш город.ру. Расскажите, как у вас тут к транспортной реформе вы относитесь? Ужасно плохо. У нас очень много осталось кондукторов без работы, которые живут одни, кормят детей сами, без мужей живут. И столько же водителей, которые кормят семьи, которым тоже нечем кормить, и не знают, куда пойти. А как добираться до места назначения, мы вообще не представляем, как это делать. Как вы оцениваете действия мэра нашего? Отрицательно. Его надо, чтобы он ушел спокойно сам с поста. И верните нам, пожалуйста, наши маршруты. Хорошо, спасибо. Сайт ваш город.ру. Мы пришли на площадь у мэрии. Собралось вот довольно много людей. Вот, люди возмущены. А, он сверху туда снимает. Здравствуйте, сайт ваш город.ру. Расскажите, пожалуйста, почему вот именно пришли на площадь сегодня? Против каких мер вы выступаете? Шла мимо. Поняла, что тут обсуждают транспортную реформу. Вот, вы знаете, живу я далеко. В городе, в Орджоникидзевском, в самом конце. И у нас очень бодро, вот никогда не прощу, убрали 5-й маршрут автобусный. Абашево вокзал. Вот надо было не человеческим интеллектом обладать, я не знаю, может, они искусственный интеллект действительно для этого привлекали. Ну, явно не новокузнечанина и какой-то с нечеловеческим интеллектом, чтобы убрать вот этот вот маршрут и заявить его дублирующим.
О, согласна. Вы понимаете, это можно, в принципе, дублирующим все, что угодно объявить. Но вот этот, это просто жизнеутверждающий. Сейчас один идет до центра, вот до здесь администрации, 87-й уходит на Ильинку, а второй, 345-й, который идет на ЗАПСИБ, он и так шел полтора часа до ЗАПСИБа, а теперь он дублирует еще пятый, и получается через вокзал он вообще два часа идет. А на вокзале людям вообще, представляете, приезжают люди с вокзала, автовокзала, с вещами, приезжает 345, уже полный. Да, куда там сесть, особенно с детьми? Хорошо, спасибо.